Давай на телефон. Врач, снимай. Будем надеяться, что все хорошо. И в это искренне верить. Так, ладно, поехали. Всегда ставить цель любого мероприятия. Что такое мероприятие? Выступление абсолютно любое. Абсолютно любое, понимаете? Встреча группы, любой тренинг, выступление перед кем-то. Общение с консультантом. Общение. 5 минут на итогах ораторского. Грубо говоря, да. Ставить любую цель любого мероприятия. Понятно? Должна быть конечная цель. То, что вот расписывали технику МММ, микро, макро и... Микро. Это не принципиально. Понятно, да, цель? Основная. Задача основная. Ставить цель любого мероприятия. И еще история про Тайгет Вурса. Знаете, да? Кто это такой? Тайгет Вурс. Нет. Известный гольфист, чемпион мира по гольфу. Знаешь, да, Паш? Кирилл об этом вскользь сказал. У него была такая ситуация жизненная. Вот есть такие люди, которые классно что-то делают. Классно играют в футбол, классно тягают штангу, там, классно общаются с людьми, классно выглядят, классно выступают. Есть люди, которые спецы в чем-то, то есть классные, очень классные. И вот один раз Тайгер Вудс на чемпионате мира вроде бы по гольфу берет клюшку и вот захерачил шарик так далеко, что он попал на елку и застрял на ветке. Ну, естественно, ему нужно было совершать удар, и он залез на эту гребаную елку. Взял эту клюшку там, вот как-то вот так вот непонятно подстроился, ударил по этому шарику, что он максимально близко к лунке подлетел. Понимаете, да? Он слез оттуда, и к нему репортеры подбегают, говорят, вот блин, вам так везет. Почему вам так везет? Он ответил, ну, наверное, потому что я тренируюсь. Чем больше тренируюсь, тем больше везет. Понимаете, да? Очень важно, тренируйтесь именно этому, чтобы везет тому, кто везет. Тренируйтесь, понятно? Постановки целей на мероприятие, в выступлении самом. И еще потрясающая фраза Генри Форда, которую вы знаете, я предпочитаю 1% усилий 100 человек, нежели 100% своих усилий. Это что касается лидерства, то, что Вова затрагивал, то, о чем мы общались. Ага. Сейчас будет самая потрясающая техника, которую мне приходилось вести за прошедшие 3 ступени. Называется она техника «Походка могущества». Я вам говорил, чтобы вы продолжали делать алфавит. Кто-нибудь продолжал делать? Очень хорошо, если это так. Плохо, если это не так. Вот сейчас вот эта вещь, выхлоп из техники алфавита. Это очень важно. То есть есть прокачка уровня. Ну, наверное, там играли, выиграли, еще что-нибудь делали. Есть такая вещь, когда что-то качается. Понимаете, да? Ну, то есть был там уровень 1, LV1, стал уровень 2. Вот сейчас то же самое. Был алфавит, стала походка могущества. Это чуть-чуть разные вещи, но влияют они одинаково. Под каким моментом будет проходить сейчас эта техника? Вы пока ее не считаете, чтобы сильно голову себе не портить и не отвлекаться от меня. Под одной потрясающей аксиомой. Аксиомы более-менее разобрались с ними, да? Посмотрели, изучили. Есть одна потрясающая аксиома, которую я начну говорить, и очень хочу, чтобы вы ее продолжили. Разум и тело. Единая система. Было когда-нибудь у вас такое, что вот вы, например, экзамен, школа, университет, еще что-то, выступаете, ну, не выступаете, а там, например, экзамен, не готовитесь к нему, а уже на экзамене, и вас колотит. Вот сильно колотит. Не принципиально, что вы делаете там перед тренировкой, то есть перед важным соревнованием, на учебе, перед сдачей экзамена, перед выступлением. Каждый из вас выступал. Базовый тренинг, мастерский бизнес. Было такое, что вы сидите перед тренингом и реально трясет. Не от того, что холодно, а от того, что, блин, страшно немножко. Было, да, такое? А было когда-нибудь у вас такое, что вот... Ну, давайте, у кого этого не было? Ну, у всех было, отлично, определились. У меня тоже такое было. Особенно, когда презентация, даже начиная с базового. На базовом ты сидишь, люди приходят первый раз, тебе один из первых, у тебя ручки трясутся, думаешь, блин, сердечко колотится. И ты выходишь, у тебя голос дрожит. Было такое? Ну, отлично, ты выступаешься? Ты подмерз? И начинает голос дрожать. И сразу видна ваша неуверенность. Понимаете, да? Знаете об этом. Хорошо. А было вот у вас такое, когда вот момент в какой-либо сфере, не принципиально, момент полной уверенности. Mm-hmm. То есть вы просто идете такой, идете по улице, к примеру. Лето, солнышко, все классно, все супер. Играет такая музычка зажигательная там из соседнего ресторана. И вы идете такой. Вообще ничего на вас не может быть. Было, да, такой этот момент? Вспомнили, да? У всех было? Вот. Иногда бывает такое, что ты мероприятию готовился, все хорошо. Например, то же самое собеседование, ну, Филипп, наверное, поймет. Ты подготовился, слайды изучил, все хорошо. Но ты знаешь, что ты все знаешь.
Но люди начинают заходить, и у тебя та-та-та-та-та. Было, да? Перед базовым было у вас такое, мастерский? Было такое, нет? Ну, у кого-то было, у кого-то нет. В большинстве случаев получается. И вот ты сидишь изнутри, дрожишь, у тебя там та-та-та-та-та. Но ты пытаешься не показать этого. А в итоге выходишь, и голос дрожит. По одной простой причине – разум и тело – единая система. Сегодня мы сделаем такую вещь, которая у нас была с вами с алфавитом. То есть алфавит. Для чего? Для чего нужен алфавит? Ну, мы чисто параллельно процессинг идем или что? Процессинг алфавита, да. Для чего? Для концентрации на том, чем ты занимаешься данную концентрация, время. Хорошо. А процессинг алфавита на что он нацелен? Для того, чтобы отвлечься, то, что не загружать себе голову. Тем, чтобы мозг работал на много процентов. Мозг работал, увеличивалась способность мозга, а сам процессинг алфавита говорит о том, что мы вспоминаем ту дурацкую ситуацию, которая из головы у нас, дурацкую, делаем так, чтобы она нас больше не напрягала. Вот эта вещь делает так, чтобы вы в тот момент, когда вам нужна уверенность, были уверены на 200%. Потому что Вова, вот когда стоял вот на этом месте, он сказал потрясающую вещь. Помните ее? Про уверенность. Угу. Про уверенность. Она отвечает на многие вопросы. Она отвечает на все вопросы. И если вы будете уверенным, вопросов личных не будет возникать, и все будут вам верить. Это самое главное. Вот то, что он сказал. Зарабатывая вы 20, говоря о 100, все будут вам верить, что у вас 100. Просто по одной и той же самой уверенности. Сегодня мы с вами научимся, как и с алфавитом, вызывать вот это вот состояние уверенности. Типа вот чтобы... такой тумблер, памятник. Да, да, да. Вот эта волшебная кнопочка, на которую вы нажимаете, и хоп, я уверен. Экзамен, не экзамен, хоп, и я уверен. Понимаете, да? Выполняя эту технику, у нас это с вами получится на 200%. Ее нужно впитывать. Нужно будет контролировать себя и реально делать так, как нужно. Понимаете, да? То есть без всякого этого, о, я актер, все дела. Реально делать так, как нужно, и пытаться чувствовать себя. Понятно, да? Сейчас я постараюсь объяснить. Мне нужен один доброволец, который в нормальном состоянии. Давай, Филипп. Когда на ораторском на любом тренинге говорят, мне нужен один доброволец, вы уже здесь с линейкой должны стоять. Вам же это говорили, объясняли. Техника, походка, могущество. Задача. А, то же самое, что с алфавитом. Выбирайте ситуацию из прошлого. Внешние признаки успешности и внутреннее состояние, в которой он хотел бы улучшить. Ну, к примеру. То есть, когда я был успешным, но еще мог лучше сделать. Или наоборот. Внешние признаки успешности состояния, в которой он хотел бы улучшить. То есть, вот ты провел херовую презентацию. Ну, это элементарный момент, которым я могу объяснить. Презентация, мастерский бизнес. Или к вам человек пришел и говорит, бля, бабки, давай нахуй, не буду работать, ёпт, бля. Ну, приблизительно. Или не буду раздавать эти дурацкие каталоги, туда не пойду. Не выступили очень сильно. И у вас вот, например, приходит человек, говорит, я тебе всеку сейчас. Вот ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Уверенности нет, голос дрожит, ты уже нормально отвечать не можешь. Вот эта ситуация. Есть такая? Тебя дали надо. А повести? Две жирные бабичи пришли, сразу сказал, что вы не подходите, еще когда со страхом боролся. На собеседование. Она спросила банальный вопрос, элементарно нормальный, почему? И вот тут... Ну вот не подходите, вижу, что не сможете работать. Ну вот было такое, что вот пара секунд до такого... Понятно, хорошо. А отмечает точку выбора, когда в данной ситуации он начинает терять признаки успешности. Mm-hmm. То есть отметь эту точку, когда ты им это сказал, точка, наверное, плюс после того, после вопроса. Да. После вопроса. Нашли эту точку, у каждого нашли эту ситуацию, да, себе? То, что я делаю сейчас с Филиппом, у себя вспоминайте, а самостоятельно проделывайте. Понятна суть? Это очень важно. Все нашли эту точку? Какая точка? Я внимательно вас слушала, пока я ее еще не нашла. Ищем точку. Какая у тебя точка? Еще. Ищите точку, нужно будет назвать ее. Вспомните, где вот голос начинает дрожать, где реально небольшая неуверенность, ручки дрожат, коленки подкашиваются, вы уже начинаете потеть, краснеете по жести. Понимаете, да? Зафиксировали. Мы с тобой эту точку нашли, грубо говоря, в презентации. Два. Получение и ассоциации с ресурсным состоянием. А. Выбирает из своей личности истории. Опыт силы, состояние, когда он чувствовал себя сильным, полным ресурсов, на вершине мира. И войдя в это состояние, прогуливается 1-2 минуты. Сейчас фиксируешь точку, где ты был прям вот такой, знаешь, так. Пойдем со мной. Пойдем. Я иду? Нет, я шучу. Вот найти вам нужно две точки. Первая, когда вы, какашка, не уверен, ручки дрожат, голос дрожит. Второе, когда вот я сам уверен. Вот Костя, вспоминай, когда вот ты, блин, такой уверен, не ходи, стой здесь, пошел. Уверен, ну вообще ты идешь такая цыпочка. Понял? Ищите эту точку. Две точки. Первая жесть, вторая хорошая. Нашел точку? Расскажи. После экзамена в универе сдал на 4 сопромат, всех порвал. И вот это выглядело как-то так. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я сейчас это еще музыка иду в голове. Понятно, да? Да, да. Сейчас.
Твоя задача изначально пройтись, я показываю, то есть вы это будете делать в паре. Вот сейчас просто вот тут ситуацию представь, войди в это положение, когда ты как, блин, дебил ответил на вопрос еще, ну потому что, и вспоминай ту эмоцию, вот когда ты после экзамена идешь такой, понял, крутой типа, понял, и пройдись туда и обратно. Сейчас упражнение будет в парах, просто пройдись. Просто туда, обратно, войти. Самое главное не обращение на что. На то, что не на то, что здесь сидят люди, не на меня. Просто вот шум у тебя в голове, а ты вспоминаешь вот это вот все. Все. Вы ходите рядышком с ним. Оцениваете его. Оценивать, что нужно. Все, вернись обратно. Спасибо. Оценивать, что нужно. Несколько моментов. Осанку, плавность походки, улыбку, движение глаз, гармонию в целом. То есть вот он идет, и я смотрю, в чем проблема у него. И я вижу, что нужно прорабатывать много, потому что его походка ни хера не уверенная. Понимаете, да? Ты смотришь, ты вот можете определить, когда человек идет уверенный, а когда как тряпка? Можете, да? И мы начинаем работать. Первое, на чем мы начинаем работать, это руки. Ну, Филипп, вы смотрите, второй человек. Вот, Филипп, сейчас пройтись, ну, так, чтобы твои руки вообще не делали никакую амплитуду. Вообще, вот просто иди без амплитуды рук. Это сложно. Сложно. Походка кого? Солдафона. Пускай будет так. Хорошо, окей. А теперь, Филипп, пройдись с максимальной амплитудой. То есть у тебя сейчас был 0, нужно 10, чтобы вот вообще. Ну это херня какая. Вот, 10. Это что-то вот реально? Да, 10, вот просто по максимуму. Давай еще туда, обратно. Давай, десяткой. Вот, хорошо. Давай. Все замечательно. А теперь пройдись вот нормально, как нормальный человек. Ага. Замечаете, руки работают лучше, чем в первый раз. Наблюдайте за движением. Первый раз он шел, они у него чуть-чуть, я сейчас ни хера не несу. Наблюдайте за человеком. У него они немножко двигались. После того, как проделалось это все, руки начали делать большую амплитуду. А уверенность больше в какой ситуации? Вот в такой вот? Или вот в такой вот? Понимаете, да, ситуацию? Оценивайте человеку, и если вдруг вас не устраивает его поход, ты говоришь, Филипп, давай еще раз, вот просто пройдись, вот хорошее состояние. Смотрите его руки, херово амплитуду делает, смотрите, чмо какое-то идет. Заново. Понятно, да? Окей. Дальше говоришь. Филипп, молодец, все хорошо. Дальше работаем над ногами. Нужно, чтобы они нормально были, а то ты ходишь, как там пьяный медвежонок, совсем не верю. Давай мы немножко изменим это. Пройдись с максимальными мизерными шажками. Ага, давай, у тебя еще весь путь впереди. Ты ногу за ногу вот так вот, грубо говоря, переставляй. Ну, да. Максимально минимизировать. Давай, иди вот. Уверенная походка. Походка уверенного человека. Ага. Все, Филипп, вернись обратно, хорошо. А теперь давай попробуем сделать три раза туда-обратно. Раз, два, три. С максимальными такими шагами. Ну, то, что ты не прыгаешь, а просто вот идешь такими. Вот, вообще шикарен. Шикарен, давай, еще раз. Да, бывает и такое, давай. И все, возвращайся. А теперь вот пройдись как спокойный, нормальный человек. Ага. Да, уже шире. Понятно, да? Вот, хорошо. Руки. С руками все нормально? Все нормально с руками? Ну, не очень. Значит, Филипп, слушай, еще раз вот нужно вот сделать с маленькой амплитацией руки. Вот сделай еще раз с маленькой амплитацией руки. Да ноги можешь не делать, мы пока руки работаем. Работаем только с одной частью. Человек не может... Молодец. А теперь с огромной туда-обратно. Человек не может следить за всеми своими частями тела. То есть он не может контролировать и руки, и ноги. А знаете, что самое прикольное? Если вы хотите побежать быстрее, то вам нужно достаточно быстрее руками работать. У вас ноги автоматически будут подстраиваться под этот ритм. Так, ну слушай, я... Давай, просто пройдись. Ага, ну чего, нас все вроде устраивает? Нет. Опять руки какие-то. Меня шея не устраивает. Сосанки мне тоже. Шея дальше. Стоп, по одному моменту. Мы не берем все сразу. Дальше. Улыбка. Улыбка. Слушай, Филипп. Я уже понял. Понял, да? Минимум 0. По нулю. Вот все остальные части тела вроде действуют так, как нам нужно, а другие нет. А теперь вообще как такой ужас. Да. Смотрим, чтобы все остальное, то, что мы проделали, нас устраивало. Если вдруг не устраивает что-то, проделай заново. Ага, теперь просто пройдись туда-обратно. Ага, окей, хорошо. Устраивает все, выходите рядом с ним, наблюдаете. Если вот, сука, что-то идет не так, заново.
Стоп, а в этот момент надо думать о той проблеме? А, сейчас потренируемся, да, конечно. Вот ты включаешь ту проблему состояния. Все, потому что я сейчас этим не занимался. Я видел.